Они попросили, чтобы им рассказали, как лечиться, как, значит, быть в такой ситуации. Когда лектор рассказал и сказала, что будет мастер-класс, им помазали, помыли. Но у Анны Ивановны так получилось, что ей надо мыть горячей водой. Лектор взяла воду и отправилась разбавлять эту воду. И она сказала, допустим, ей идти, но она не пригласила ее к умывальнику. И она начала ее обходить. Зачем обходить? Ни она не посмотрела, и та первый раз у нас в библиотеке. Мы приносим глубокие извинения, конечно. Мы очень-очень расстроены с таким несчастьем, потому что Анна Ивановна всегда посещала наши мероприятия.